7, 8, 9, 10. Сашенька, отойдите чуть-чуть. Поменяли в другую сторону. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Крестьян, когда ты делаешь шаг, то ногу потом надо поднять, не надо остановиться на нее. Ты даже тут теряешь равновесие. Так, а сейчас вправо-влево. И вправо, и влево. Нет, задняя подножка. Что здесь через плечо? Пошли. Раз, меняем за другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сейчас первый номер делаешь. Раз, два. Заднюю подножку, второе. Хоп, хоп. И поднимает его. Хоп. Задняя подножка. Бросок через грудь. И еще раз. Иди, Максим. Посмотрите, делаю что-нибудь. Раз. Оп. Вытащи. Пошел. Два. Раз. Разверну еще раз. Развернуться. Сделай чуть-чуть шаг. Развернуться и поднять. Пошли, 10 раз. Ну а второй что? Да не играй тролли, блядь. Миша, не за яйцо берет. За туловище. Зайти партнеру назад и поднять. Пошли. Раз. Два. Ногами, Миша, поднимай. Стоп. Вот вы стоите. Вот. Раз. Вот. Прижали, ногами подняли, а вы делаете раз, а потом старайтесь туловищем поднять. Поэтому и падаете. Пошли. Три. Четыре. Саша, залезай назад. Пять. Шесть. Семь. Так я не могу выключить. Девять. 10. Поменяли. Второй номер. Так что, иди ко мне. Получи свою пилюлю. Ты мне уже надоел. Поворачивайся. Ты еще раз сильнее ударишь. Пошли, второй номер. Пошли, раз. Ну покажи заднюю, что ты как стоишь, как... Два. Саша. Эй, еще раз, посмотри, Саша, он залезает вот сюда, развернись. Засади за него, развернись. Пошли. Уно. Двое. Три. Патру. Зашагну. Чинч, зашагни, Макс, левой ногой. Зашагни за спину, зашагни. Восемь. 9, 10. Хорошо, пошли через плечо. Захват классический. Сюда вход, выход. Пошли. Пошли. Уно. Через плечо. Два. Что это у тебя? Вот это, что это у тебя? Через плечо и поднять его, блин. Отсюда. Марк, ну держи захват, что у тебя болтается. Возьми его за отворот. Не ты, Марк, блин, я вообще в офиге. Делай еще раз. Что ты делаешь? Покажи еще раз. Видите, да? Руку надо поднять, локоть подставить и показать через плечо. Отсюда. Первый номер делай. Вот здесь держи руку, вот тут, не вот тут. Стоп! Блин, я вообще с вас. Катерина, что у тебя с руками? Иди сюда, Андрей. Поднимать не надо, подними. Возьми захват отсюда, отсюда, отсюда. Держи этой рукой, что ты ее не держишь? Он упадет, и ты руку поломаешь. Да, отсюда, ему хорошо, и тебе, подворачивай.
Вот, посмотри. А теперь еще раз. Вот тут держишь. Непонятно. Ты борец, кто ты? Значит, держи этой рукой захват. Пожалуйста. Начали? Первый, пошел. Вон он. Второй. Третий. Макс на свое место. Патрон. Чинч. Шасса. Шапка. Вот так ты поднимай, вот так. О! Ноу! Сети. Что у тебя? Почему? Спина болит? Так приседай тогда. Просто присядь и поднимай, но не так делай, как ты делаешь. Подошел. Подошел, раз, а что он у тебя болит? Ты что делаешь? Сразу у всех начинает все болеть. Второй номер делай. Аджина. Старайтесь за счет ног, а не за счет спины. Как они, он у тебя туда падает, значит, у тебя рука очень сильная, чуть-чуть ниже. То же самое. Посмотри. Ты подворачиваешься за счет наклона. Делай шаг, присядь. И потом чуть-чуть подвинь. За счет ног. Старайся сильно не наклонять. Пошли. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Поднимаю. Пять. Посмотри, у тебя вот тут. Шесть. Вот тут рука. Вот здесь. И здесь, а вот сюда. Семь. Восемь. Девять. Вот сейчас хорошо. Видишь, как много? Десять. Смотри. Значит, еще раз. Партнер стоит. Стоит. И когда ему делают зацеп боли, ему показывают. Он ногу просто убирает, чуть-чуть расслабляется. И он как получается. Раз, два. Иди сюда, Мишаня. Беру захват, ножки шире. Беру захват, да? Подошел. Раз. И как будто бы ноги шире. Значит, еще раз боком. Подошел. И делаю должен зацеп. Он должен расслабить ногу. Видите? Ну, еще раз фронтально. И раз. Видите как? Опять снизу. И два. Без броска. И не отрывая. Оп. Движение. Пошли. Зацеп болен. Смотри. Еще раз. Посмотрите. Боком надо стоять. Надо делать шаг. Да? Раз. А второй нога идет сюда. Теперь. Раз. Можно даже сюда сделать. Раз и два. Так. Голенью. Второй номер. Второй номер. Где держим? Смотрим. Вот здесь держим. Вот тут держим. И здесь держим. Ближе к нему. Ближе. Хорошо. Миша, иди сюда. Миша показывает зацеп боли. Я убираю ногу, показываю через бедро. Миша пошел зацеп боли. Я раз убираю и показываю через бедро. Еще раз. Только Миша цепляет, я ногу убираю, показываю через бедро. Аджимен. Ну поднимай, что поднять не можешь. Что ты на пятки становишься? Сто. Мате. И иди сюда, Миша, ты еще раз. Миша, ты какой мизор пытаешься? Нога в стринга, дрябка. Тряпка, стринга, дрябка. Дрябка, блядь. Дрябка. Дрябка. Делай.
Раз. Да? Зацеп. Переубираю ногу. Значит, ты какой ногой должен делать? Аджина. Аджина. В одной стойке должен быть. Да. Нет. Еще раз. В ответ отправлю. Покажи. А зачем меняешь захват? Ты туда поворачиваешься. Убираешь ногу назад. Еще раз. Да, молодец, умница. Саша, мы все раним мы это. Ты какой ногой сделаешь? Левый? Иди сюда. Вот так захват. Ты так должен спешить. Должен делать этой ногой. А если ты туда делаешь, значит ты должен вот этой ногой цеплять. Вот. А он туда разворачивается. Захват. Захват какой? Вот это рука здесь. Чтоб тебе было удобно не отсюда, а боком. Раз, два, хорошо. Матери, поменяли второй номер? Нет. В одну и ту же сторону встаньте. Листинга. Раз, убирай ногу туда. Вот. Или поменяйте захват. Пошли. Вот. Вот. Нет, Андрюха, в другую сторону разбирай. Взяли захват. Возьмите захват. Вот у тебя захват. Двумя руками возьми. Ну у него какой захват? Возьми ответный захват. Наоборот. И вот та рука, которая у тебя держит, вот той ногой надо делать. Развернись, наоборот. Бери захват. Вот он взял захват. Я должен отсюда захват. Прямо рука сверху. Значит, я должен зацепить, убираю ногу, разворачиваюсь и его туда кидаю. Опять неправильно. Развернись. Вот кто это будет делать? Убираешь ногу и сюда разворачиваешься. Хорошо, на Т. Блин, мне ударил опять двоих. Сюда, Миша. Миша подворачивается не через плечо, через бедро. Раз, я его поднимаю, Миша меня поднимает. Миша подседает, меня поднимает, потом я его поднимаю. То есть я захватил, раз его поднял, Миша раз меня поднял, то есть по очереди. Пять раз один, пять раз другой. Так, теперь ты его. Теперь ты его. Опять, боец, не наклоняться, а присесть, ногами поднять. Хорошо, смотри. Стряхнулись. Один дрем знает. Бедро. Все. Ну, сзади еще. Все. Не зацеп, не этот. Как вы все забываете? Так. Сели на колени. Мышки шейку разогрели. Это те колени, да? Уши, шею разогрели, шею тоже разогреваем. Плечики тоже разогрели. Сейчас партнеры будем бороться. Так. Андрюха, ко мне. Значит так. Все встанут только. Посмотрите внимательно. Я ставлю руки. Умер, умер. Затылок. Держи шею. Убери руки. Вот так. Держи шею. Шею, держи. Держишь. И делаю. Раз, плечу, да? Два, три. Понятно? Сделали по три раза. Минус.
Стоп, идите сюда. Винкович. Иди сюда. Иди сюда. Эй, бестолковый, блин, Миша. Я тебя, наверное, сейчас врежу один раз. Не здесь. Вот, из-за затылок. Вот локти ставлю, вот затылок, вот. Паша, еще три раза. Уно, дой, три. Бас-ми-бас, сын бедряк, ты умер. Уно, дой, три. Марш, что ты здесь держишь голову? Держи здесь. Еще раз. Три раза. Уно, дой, три. Поменялись. Уно. Держи шею. Дой. Три. Саша, шею не надо держать, иначе ты заделал. Что ты планишь? Семь фактор. Башина. Борим. Тебе что, мало там места? Туда уйди. Боройся, надо. Уже как живая команда. Бороться, ты все хочешь, кланяешься. Силоги не зажимать. Саша, зашел назад, руки. То, что вчера учили, мать, изнутри. И переворачивай души. Вот так, вторую руку тоже держи. Ногами держи, души его. Мать, еще раз. Еще раз, отпусти его. Отпусти его. Ложись на живот. Ложись на живот. Все, сверху приезжаем. Хаджина. Давайте. Вот такой там, помнишь, антипенька у меня была? Вениамин. Симпатичный, мать тоже была. Вот точно, блин. Задрал тот меня. Вечно ходил в морде такой помню. Симпатичный такой мальчик. Как Артур такой? Точно, блин. И морда такая же, блин. Точно. И даже выражение лица точно, блин. Он вечно чем-то был недоволен, блин. И что, ушел, и что, пошел на боевой сам. И все, и больше его нигде не видел, блин. Матвей? Подойди сюда, пожалуйста, блин. Значит, ребятки, вспоминаем то, что вчера учили. Первое. Фактор попались, зайдите назад. Руки здесь не держите, он вас скинет удержание. Отсюда руку. Раз, выключили. Дал одну руку. Держите тогда здесь. Перевернуть. И переворачиваться не сюда, потому что рука не держится. А вот этой рукой сюда перевернулись, дальше душите. Колени убрали, сели на болевое, задушились на удержание. Еще раз, здесь руки не ставьте, потому что он схватит за руку, да, вот, схватит за руку, если вы ставите на татами его впереди, и локоть потравмируете. Еще раз, или на плечи ставьте, или сюда, оп, сюда, перевернулись, ногами держите и задушили. Смотрите, как душить, не так. Палец убираете отсюда, раз, сбоку, и все, сбоку, снизу, хоп, видите. И не так душить, а чуть-чуть сбоку, чтобы его не сильно больно было. Пожалуйста. Джим! Пошли! Одна минута! Чемпионат города! Саша, зайди назад, Саша. Больно. Зайди назад, сядь. Все, ляг на него, ты такой большой, морда его, потычь в колёр. Вот так. Вот. Можно, ложись на него, чтобы дышать не было. Вам опять еще раз. Саша, ложись. Пишу, ложись. Все. Вот сюда, руку вот, все, задуши, ногами здесь держит, вот сюда раз, не дает, и не надо, голову вправо поставил, задуши. Задуши, где ты на него отходишь? Матя?
Поменялись. Так, Миша, ну ты ложись.